The Новости. У нас та ВЗУ, которая здесь находится, она находится, ну, вы сами знаете, в каком состоянии. Есть новый водозаборный узел в микрорайоне Сакраменто. Сейчас уже запроектировано полностью водопровод, там более 500 метров от вас, соответственно, до микрорайона Сакраменто. Мы подключаем старую ВЗУшку к новой ВЗУ. Соответственно, те дома, которые подключены, будут обеспечены чистой водой. Это касается многоквартирных жилых домов. Карьера началась очень рано. Я сама из учительской династии. И мой прапрапрадед был основателем земской гимназии в Новосибирске. Там, ну, прадед, дед, все какое-то отношение имели к преподаванию. Моя мама учитель была в Шехинской школе. Ее мама работала воспитателем долгие годы. И поэтому, когда встал выбор профессии для меня, я нисколько не сомневалась, что я сама стану учителем. Интересная задумка вообще, и летний кинотеатр, мне кажется, это вообще надо вводить, и правильно, замечательно, что вы это делаете. Дай бог развития этому замечательному парку. The Новости.